Thank you.
Говорят, белых пятен в природе нет. Почти нет. Вот познакомьтесь с этим зверьком. Буразубка. Одно из самых маленьких млекопитающих в мире. Весит она меньше пули, всего 4-5 граммов. Врагов у нее по существу нет. И не только потому, что природа наградила ее отталкивающим мускусным запахом. Но есть один страшный враг – собственный аппетит. Для того, чтобы выжить, буразубке нужно съедать в день в 2-4 раза больше своего веса. И двухчасовой пост может оказаться для нее смертельным. Вот уж действительно, не горька смерть, а горче злой живот.
Thank you.
Буразубка широко распространена по всему северному полушарию. Но ввиду своих малых размеров и скрытого образа жизни практически не изучена. Буразубки живут в основном в лесной подстилке и вроде постоянно у нас под ногами, а мы их не видим. Но они рядом, они здесь, они всюду. Thank you.
брюхо пасть, с ним и пропасть, говорит пословица. А зубов-то у братьев меньших тоже 32. Пьем, едим, как люди. Почему же мы не люди?